Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, это канал Булгаков Плей. Мы продолжаем проходить Паскальс Вейджер, пари Паскаля. И в прошлой серии мы приехали в какой-то город странный, тут одни тёлки, их крышуют, короче, как его зовут-то, блядь, святой отец какой-то, который всех мужиков истребил, и сам тут главный мужик. А я перед тем, как начать записывать, немножко побегал. Начну сначала. Я в инете на самом деле не очень много. Я нарвался на... Я нарвался на пару там статейчек. Но особо никто не рассказывает, потому что в основном это... пишут о телефонной игре, какие гайды могут быть особо по телефонной игре. Так, что обнаружил? Многие рассказывают некий типа такой лайфхак. В смысле, блядь? Я ж тебя загасил. Типа, рядом с каждым алтарем есть монстр. Вот типа такого. Ты убиваешь его. И дальше вот эти осколки превращаешь в уровень. Ты превращаешь один уровень, и один уровень тебе дает одно очко. То есть я сделал так два раза, и этому чувачку одинаково дают. Но это бесконечно. Это, возможно, где-то повыше. Можно так пофармить уровень. Здесь что я? Создал еще вот такой череп безумия и любовь матери. Регенерация выдержки плюс 20 и выдержка плюс 35. Далее. Навыки. Навыки я улучшил атаку. В атаку я воткнул... Что я воткнул? Вот это, по-моему. Снижает ярость. Также я в специальное... Ставил вот эту. Нажмите Б, правильно, чтобы напасть на врага сзади. Для удара со спины, продвигаясь к врагу медленно, чтобы приглушить звук шагов. Вот это я прокачал. Я, короче, в каждой специализации немножко алхимия. Я сюда вставил дополнительное... Дополнительный эликсир. А здесь я увеличил на 5% здравомыслие. В принципе... вроде бы все. То есть мы... Подожди, а мы что, не отдохнули? И опять сейчас, допустим, отдыхаем. Давай сделаем с тобой сейчас такую последовательность три еще раза. Ну так, на всякий случай. Задание у нас... А как у нас... Как нам медленно ходить? Сука. Я не понял. Есть какое-то медленное хождение? Так. Так. Может быть... Может быть вот так? Ну-ка, давай сейчас еще раз попробуем. А отдельно надо было удар в спину, отдельно надо было прокачать. Ну, на самом деле, по 5 вот этих костей, это типа местные валюты, я так понял, не очень-то... Мы проходим медленно. Ну где удар в спину-то? Здорово. Понятно. Будешь нападать? Я хочу парировать. Охуен парировал, да? Тихо, тихо, тихо. Не хочу умирать. Зелье мы еще восстановим. Что-то пошло не так. Мой уровень также... Точнее, уровень соперников также поднимается с уровнем. Мобов, я так не пойму. Короче, в пизду. Что-то удар в спину не работает, я свалился из-за него.
глупая старуха. Почему ты, блядь, не бьешь ее в спину, твою мать? Короче, ладно, давай восстановимся и пойдем дальше. Короче, проходить — это довольно-таки интересное занятие, но нихуя не интересное. Так, отдыхаем. Идем дальше. Задание наше — найдите Элмар. Так, это какая-то была комбинация. Подобрать. Ладно, это... Мне больше прикалывает за этого мужика играть. Тут медленный, хоть и менее пробиваемый. Но опять же таки, мы можем и этого чувачка вкачать. Постепенно, помаленьку. Так, наверху нет никого, пока не вижу. Но попахивает тем, что должна быть опять битва с боссом. Ты ебанулась, что ли? Отошли? Короче. А он не пробивает ее защиту. Размениваться ударами — тоже такая себе история. А, погоди, в меня кто-то еще бросается? Или что, блядь, происходит? Да, в меня бросается кто-то. Где? А, вон, сука, наверху стоит. Так, а ну-ка. Ты чутка поэффективнее. Ебать. Все, мне пиздец, меня зажали. Ты не туда, ты дурень-то, блядь. Все, пиздец, 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 все. Короче. Иди сюда. Да пиздец. Ну вот как это? Ёб твою мать, попил зелье. Не то. Где она? А, получается, одного убили, второй живой. Так, ну ладно. Потихонечку. А как я тебя не заметил? А она, видимо, с ней можно пообщаться. Ты кто? А, господин курьер, я помогаю роженицам облегчить боль, ведь когда-то я была одной из них. Что у вас в котле? Разве вы не слышали, как мучаются женщины в колыбели новой жизни? Матери мадам Мины нужно принимать это, чтобы выжить. Но это ужасный запас. Запах, наверное. Это травы Адамины. Они заставляют забыть о боли. Впоследствии время все больше роженец. Без этого отвара им будет тяжело. Господин курьер, вы могли бы нарвать для меня этой травы? Отвар нужно постоянно помешивать, я не могу от него отойти. Давай, я попробую. Спасибо, господин курьер. За побочки, очевидно, должны что-то давать. Кто крякает? Бля, вот эти вот кряканье меня нахуй. Вот, вижу.
Шел нахуй. Ага. Позвоночник хищника. Это все материалы для какого-то крафта. Ты, бля, будешь открывать? Как эти тихо? На Б. Ага. Так, что ты делаешь? Сейчас будет меня бросать, да? Здрасте, блядь, пожалуйста. Отравил меня, мразь. Ёб твою мать. Превратилась, ладно. Ага. Ага. Бля, мне не нравится, что у них не сбиваются удары. А как вот этот суперприём, блядь, применять? Во. Да отойди, блядь, от него. Надо сзади, короче, заходить. А есть у тебя баночка? Мне подхиляться бы. Есть, посмотри. Так. Она что-то сохраняет. Типа, мы можем зайти тут дымс. То есть, на... зажимая два удара, и сильный, и слабый, он может... Что такое? Тщательно. Ага. Так, мы сейчас лезем к бабке, которая у нас бомбы бросала, правильно? Ты ебанулась, блядь. Почему у вас касса-то не сбивается? Пиздец, нахуй. Как это вообще возможно? Метательные ножи. Да ну неужели? Ага. Нет, только один можно. Так, давай возьмем метательные ножи. Пригодятся еще нам они. Хорошо, здесь мы все вроде бы осмотрели. Ой, спасибо за то, что ты можешь быстро спускаться. Так, здесь вроде все осмотрели. Вон там справа что-то светится. Это, наверное, есть трава. 4 штуки. Тебе подойдет? Бабуль. Господин курьер, вы вернулись невредимым? Слава святому отцу, вы в порядке? А, отдайте траву. Ох, сколько травы, наконец-то. Теперь я смогу помочь многим женщинам, но даже этого недостаточно. Лорд курьер, прошу, принесите мне немного живого синдрила. Одной порции должно хватить. Она усилит действие травы. Не уверен, что это поможет облегчить боль. Поверьте, господин курьер, мне... Я не моя семья, я бы не причинил им боль. Ой, бабка. Живые... Не живые. А куда мы пойдем? Здесь есть проход наверх. Куда-то есть проход куда-то туда. Так, это спуск вниз. Это какой-то обходной путь. А здесь что? Ебать! Почему, блядь, тут такие тупые текстуры, блядь? Не ты? Да не ты. Ага. Ага.
Блять, отошли. Парировать хочу. Нападай. Ага, аномальный. Ага. С тебя бочонок выпадет, может? Нет? Так, так, так. Ёб твою, почему ты не цепляешь ее отсюда? Как бы... Удар в спину. Может, на Y? Ага. Так, это хороший удар. А, он не блокируется. Я понял. Дайте мне зелье. Бля, зелья нет. А вот зелье-то... Ёпта мать. Так, а вот зелья-то и нет. Вот, наверное, бочонок с зельем. Трава. Пей. Может, поумнеешь немножко. Так, это какой-то... А, это обходной, наверное, путь. Там все заражено. Нахуй такое. Проверить. Нельзя открыть с этой стороны. Ну конечно же, блять. А это она, это мадама, блять. Я понял. Ты уж конечно извини, но я пока не готов к тебе прийти, потому что у меня, блять, полудары, я, соответственно, ёб твою мать. Как это, блядь? Заново. Ебать. Так, подобрали. Хорошо, осколки. Пошли дальше. Стой. Ё-ё-ё, тихо. Тихо, тихо, тихо. Так, теперь тут аккуратненько идем. А тут я забыл, кто на меня нападал. Кто... А, тут одна сверху бросает, другая по низу ходит. Иди сюда. Иди сюда, блядь. Ага. Да отойди. Очень странная механика. Нажимаешь отпрыгнуть, то есть он не реагирует. Он пока не ударит. То есть он предыдущее. Действие не отменяет. То есть, по идее, буква Б должна загореться. Хорошо. Короче, чуть-чуть понаглее надо быть. Да-да-да. Туда я не пойду. Там ничего нет. А, мы пойдем сюда. Да, идешь нахуй. И мы обойдем, получается, чуть-чуть по кругу эту всю историю. Сейчас вот этих двоих мы... Ёб твою мать, я опять, я забыл про этот камень. Почему вот здесь вот текстура, блядь, не работает? Почему я туда не могу зайти? Так. Иди сюда.
Нападай. Хорошо, комбинации, короче, работают неплохо. Как бы мне тебя... Как ты, блядь, медленно ходишь? Раз, два, три. Хорошо. Не всегда понятно, убил или не убил. Ну да ладно. Так, надо вальнуть бабку на мосту. Ага, надо попить антиадурин. А ты нападаешь, да, на меня? Ну, нападай, нападай. Так, и сейчас мы завалим нашу убийцу. Лезь наверх. Далеко, пока мы никуда не продвинулись. Неплохо, какая-то даже комбинация была. Потрепанная кукла. Бля, а нахуя я ее тогда создавал? А куда мы идем-то? Куда-то идем. Обходим с другой стороны. Не-не-не-не-не. Назад-назад, братан. Можно мне осмотреться? Ага. Ага, хорошо. Опять же таки, я в прошлой серии уже предупреждал о том, что мы будем умирать. И будем умирать мы много. Потому что я пока еще не привык к этой механике, к механике этой игры. От слова... Ага, от слова совсем, подобрать. Подобрать. Попить. Там какой-то чудик. Надо на него упасть сверху. Так, помним о том, что бить надо сзади. Бля-бля-бля-бля-бля. Отойди ты. Так, может что-то подобрать. Ну, у него еще зелье. Хорошо, неплохо, великолепно. И что мы делаем? Мы открываем срез. Этот срез нам нужен для чего? Понятно. То есть мы залупешили тут монстра. И все. Короче, ладно. Ну да. Идем теперь туда налево. А бабка, кстати, Аня, я, блядь, думал, бабку камнем пришибла. Так, вот сюда. То есть то место, вокруг которого мы кружили. Ага. Главное, вон ту подругу на себя не вытащить. А там что? Там тоже проход куда-то. Ага. Ты там бросай сколько угодно. Я из-за дерева не вылезу. Слышь, мать. Ага.
Ебать, началось нахуй. Стой! Блять, не догоняю ее. Отошел! Долбоеб. Ага. Ну, конечно. Так, у них есть место, из которого они не могут отходить. Отошел, отошел. Сука. Пиздец. Добил. Ну хорошо, хоть их двое. Так, и что дальше? Ага. Как бы мне тебя приебать? А я же нажал на удар-то. Угу. Ага. 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 А почему мы тут так медленно идем? Это нас замедляет. Фух, алтарь, бля. Лично. Так, там еще что-то. Там зелье типа лежало. Давай вот эту ебанем. Щит, да, стань свой. Хорошо, неплохо. Так, ну он пока что получшей. Так, давай мы возьмем все-таки алтарем, воспользуемся. Восстановимся, отдохнем. Так, пока я все-таки, наверное, поиграю за него. Потому что он поживучий. Наш главный персонаж все-таки какой-то. Отошел. Вот почему они мне удар сбивают, блядь, а я им не сбиваю. Так, осколки кости. Кости. Куда ты идем? Она что-то охраняла. А, мы можем переместиться. Стой. А, это конец карты. Нам пока сюда не нужно. Хотя бы я, наверное, вернулся к яйцу. Давай, наверное. Ебать, роженица. Так, ну вообще попахивает боссом. Наш великий святой отец. Спасатель рода админы. А кто так говорит? Кто-то так говорит. Так, есть спуск вниз. Так, ладно. Ты дурак? Но это полностью выносливость забирает. Так, там это... С двумя клинками. Ты одна здесь? Чё, говори.
Смотри, должно быть, это Элмар. А я-то думал, кто это? Блять, вот это плохо, вот это плохо. Да пиздец, отошел. Да я нажал же добить. Пиздец, это как так работает-то? Идешь нахуй, вот, бля, серьезно. Ладно, могу сказать, что, наверное, все-таки она немножко до конца не оптимизирована. Просто нажимаешь кнопки, он не реагирует. Я понимаю, что у него заканчивается выносливость, но, по-моему, щит никак не влияет на выносливость. То есть поставить блок, для этого не нужна выносливость. То есть если пробивают блок... А, так, ладно, там пахнет боссом, попахивает боссом, я бы так сказал. Нам нужно сейчас сходить, наверное, назад к алтарю. Ага, это короткий путь. Я туда не пойду, наверное. Я, наверное, сейчас у алтаря подлечусь, для того, чтобы... Второй персонаж у нас был, потому что если это босс. Где он? Вот где-то кряхтит. Но хуй знает где. Ладно. Полезли наверх. Мы сейчас все подготовим, почву. Пробежать я, наверное, вряд ли пробегу. А что там? Здесь что-то можно приготовить, но пока, опять же таки, не хочу. Давай, ага. Вот этих двоих тут надо завалить. Я почти неплохо сработал. Ага. Так, сейчас я возьму его. Он против этой мадам более полезен. Погоди, а ее тут нет, да? Или есть? А ее тут нет. То есть она здесь не воскресла. Тогда пойдем. Ну... Туман, как во всех соусах. Чё? Это убежище Святого Отца. Похоже, ворота запечатаны каким-то старым ритуалом. И чё, бля, мне открыть печать? Ух, ебать. И как? Подожди. А как мне открыть-то печать? Нам нужна, наверное, бабишка. Мы ее завалим. Ну, я, короче, не знаю. Я сейчас это поговорю с жабой. Бля, все-таки поговорить. Так, ну на, у меня их дохера. Что это мне дает, я не знаю. Зелье здоровья. Давай. Так, ну спасибо, жаб.
Ну и чё? Каким чудесным образом? А я знаю, каким мне чудесным образом. Мне вон туда надо пройти. По сути дела, если я сейчас свалюсь здесь, я могу свалиться здесь. Блять, вот я лох. Надо было лестницу спустить. Ну, пиздец. Сейчас опять через пол... через все катакомбы проходить. Ага. Давай, удачи. Я... полезли наверх. Ох. Надо спустить лестницу. Я опять же таки сейчас всех не буду клашматить, потому что у меня сейчас маленькая часть зачищена. В этих я не вижу смысла. Я могу пробежать. Ага. Бросай, бросай. Мы же еще в одно место не ходили. Отстань. Ну давай немножко подхилюсь. Сдохни, блядь. Так, сейчас если еще один подберем, то подлечимся. Тут чуваки вылезают из камней. Я, наверное, с ними не буду сражаться. Я просто сейчас убегу от них. Но они почему-то не вылезают. А, вот где-то здесь, по-моему, был какой-то завод. Да, вот еще один проход. И мы сюда не пошли с тобой. Да, это какое-то вообще подземелье. Блин, я думал, мы сейчас со Святым Отцом... махач будем устраивать. А мы до него так и не добрались. Я-то думал, сейчас как в соусах зайдет в этот. В туман. А, погоди. Здоров, жаб. Зелье здоровья. А, блядь. Я тебе их отдаю. Ну, хуй знает. Так, мы тут открыли срез. Это начало. Короче, я, бля, запутался. Алтарь. Давай отдохнем у алтаря. Отдохнем у алтаря. Отдых. И получается, мы... Откройте вход подземелья. Я бы с радостью. Но не открывает. Отстань. Короче, сейчас если вот прям ближайшее рядышком ничего не найду, то... А, ну вот он, этот проход. Потом этот проход ведет туда дальше. Мы оттуда сейчас пришли. Тут бабка, которая сверху кидается и плюется. До свидания. До свидания. Так, Короче. Алтарь. Отдохнуть. Мы сделаем... Мне все-таки не дает покоя. Мы сейчас с тобой смотаемся... Назад к повозке, да. Мы сейчас с тобой смотаемся и поможем яйцу. И...
И заодно посмотрим, каким образом тут работает перемещение. Использовать метательный нож, чтобы атаковать врагов, находящихся на высоких и отдельных позициях. Карта. Нам нужен... Что это? А это что? Я не могу, да, туда переместиться? Квакун. А, то есть я вот эту мог открыть там, где колокольчик, и срезать немножко путь. Вон оно что. Нам сюда отправиться. Поехали. Спасем, короче, яйцо, и тогда уж вернемся назад. Там я не хочу все досконально осматривать. Вот, пропустить. С этими... Я, по идее, должен на изичах справляться. По идее. Конечно, не точно. А вот где яйцо? Оно где-то здесь. С этой стороны. Вот, наконец-то я его завалил. Оно где-то на этой стороне моста. Точно. А вот здесь, по-моему, нет. А ну брось лук. Вот оно, яйцо, все. Дружище, я к тебе. Гигантское яйцо чувствует так. Это ты, добрый человек? Вернулся, чтобы спасти меня? Какая ведьма? Кто такая-то странная ведьма? Почему она здесь? Так, ну-ка. Она пришла в Хегем несколько месяцев назад. Мы с лордом Ременсом приняли ее как гостью. Никто не знал причину ее визита, но стоило ей покинуть поселение, как Хегем заболел. Должно быть, здесь замешано ее колдовство. Как она выглядела? Рыжие волосы, льняное платье и странные узоры на коже. Она еще в деревне? Нет, отправился в путь к другому колоссу. Кто такой лорд Ременс? Аскет с суровым характером. Он наш спаситель, который приведет нас к миру. Освободи меня, и я отведу тебя к нему. Он знает о ведьме гораздо больше, чем я. Мы одного аскета уже... отпиздили. Как ты просил. Вы вернулись к Корее. Потри его о мою скорлупу. Потереть. Ты пахнешь как ведьма. Вы с ней заодно? И ради этого я, блядь, тебя освобождал. Это ловушка, Терренс. Почему никогда меня не слушаешь? Я каких-то ништяков собрал. Так. Блядь, ну вот серьезно. Я так расстроен. Так, а ну-ка, у меня где-то есть инвентарь. А в инвентаре... Быстрый доступ. Вот, я хочу посвистеть. Я не хочу бежать сейчас, это вокруг оббегать. А, он у меня только один. Да похуй. А, нормально. Так, и... Мы с тобой отправляемся, получается, назад, туда, в деревню. Да, да, пожалуйста, нас... Переместите назад в деревню, чтобы мы уже в следующей серии нашли, как разблокировать все-таки этот проход к боссу, и будем уже бить этого святого отца. Так, значит, это что у нас? Хегем. Это что такое? Хегем. Это что такое? Это ворота. Поехали. Сейчас доедем с тобой. А я потом уже между сериями побегаю, посмотрю, что можно из этого придумать.
Адамина. Так, мы сейчас здесь передохнем. Отдохнуть. И все, на этом мы тогда на сегодня закончим. Плейлист игры будет в описании. Подписывайся на канал и на паблик ВК. Делись видео со своими друзьями. Ставь лайки, оставляй комментарии. До следующей серии, друзья. Всем пока.